А в понедельник уже ноябрь. Правда, осень не очень настойчиво об этом напоминает. Разве что по ночам, когда температура падает немного ниже нуля. Днем же у нас довольно тепло и комфортно. Балует нас таким образом антициклон. И до конца недели он никуда не денется. Антициклон этот располагается на территории Румынии и Сербии. Он очень обширный. Температура воздуха в дневное время постепенно будет расти. До конца недели, до 20 градусов, есть даже шансы, что даже чуть выше. А в понедельник, прямо с первого дня последнего месяца осени, за нас возьмется один из самых главных циклонов северного полушария – исландский минимум. Правда, это только звучит грустно. На деле же ничем серьезным для нас не обернется. Ну, немного похолодает во вторник, когда придет холодный фронт. Метеорологи говорят, правда, что это так, одно название. Он и дождей особых не принесет, и температуру серьезно не опустит. Даже ночной минус исчезнет из расписания. Вся неделя будет, в общем-то, в районе, вот, она будет немножечко, то в одни дни там выше, другие ниже, но фон в целом будет в районе 15 градусов. Это в дневное время, ну и в ночное. Это будет в районе 0 плюс 5. Зима, конечно, никуда не денется, и по прогнозам она может заглянуть поздороваться во второй половине ноября. Ну, если, конечно, не передумает. Что же завтра? Завтра днем у нас до плюс 18, переменная облачность, без осадков, ночью плюс 1-3. Ну, местами, конечно, у нас легкий морозец в воздухе до минус 2 и на почве до минус 3. Послезавтра у нас станет теплее. Инга Гуда, Леонид Мастак и Игорь Мацота. ТСВ.